Арочное пролетное строение второго Бурского моста круглосуточно монтируют более 1000 рабочих. Таких сооружений будет два, каждая весом 1700 тонн, длиной почти 160 метров и стоимостью 500 000 000 рублей. После того, как сборка на суше закончится, их погрузят на баржи и спустят на опоры. Мост соединит два берега уже осенью. Должны твердо понимать, что мы не мост строим, а мы делаем мощнейшую транспортную систему. Здесь еще мосты через реку Везлома, трехуровневые развязки в районе Неклюдова, двух- и одноуровневые развязки со стороны улицы Акимова. Монтируются арочные сооружения по 159 метров. Каждое такого нет в Российской Федерации, ни одной стройки вот такой сложности и такой конфигурации. 159 метров каждое арочное строение. И мы договорились по срокам, что не позднее ноября эти арочные строения будут смонтированы уже на русловых опорах. И таким образом мост замкнется. Губернатор Валерий Шанцев дает поручение не сбавлять темпы строительства дублера Бурского моста, чтобы завершить на год раньше обозначенного госконтрактом срока – в 2016-м. И строители уверяют, что успеют. Сейчас установлены 29 из 30 опор. Кроме того, смонтированы пролеты и установлены балки еще двух мостов – через реку Везлома и в поселке Неклюдово. Русловые опоры, вы видите, вот они сзади буквально стоят уже. Готовность первой русловой опоры уже 100% и 70% готовность еще двух русловых опор. Мы же говорим, что... Это буквально закончится в течение 2 недель, они полностью будут уже готовы. И как мы понимаем, что и мы это понимаем и технологически, до конца навигации мы планируем на эти береговые опоры поставить вот эти шикарные пролетные арочные строения, которые украсят наш город и с цветовой гаммы, и с эстетической точки зрения. То есть вы видите, в каком это будет. Во-первых, это будет действительно шикарный мост, это будет украшение нашего Нижнего Новгорода. Как строится второй Бурский мост – главная тема, которую в пробках обсуждают водители. Обращаю внимание на то, что мост почти уже практически готов. Развилка около Неклюдова тоже радует. Скоро, наверное, запустят. Обещали нам в сентябре. Думаю, что, наверное, выполнят. Конечно, мы ждем с нетерпением. Стараемся проехать на неделе, потому что ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье уехать в ту сторону практически невозможно. Я возвращалась в понедельник с дачи. Я стояла в Неклюдово 4 часа. Очень быстро строят, конечно. Я вообще думал, что в этом году уже даже построят. Почему вы так думали? Не знаю, просто так быстро. Вот такое грандиозное строительство и так быстро все так возвели, можно сказать. Осталось только через саму эту речку и все. Когда объект достроят, время пути сбора до Нижнего составит не 2 часа, как сейчас, а всего 30 минут. Анастасия Рябова, Алексей Калякин, объективно, ННТВ.